На привокзальную площадь Оренбурга прибыл поезд здоровья. Все желающие смогли бесплатно пройти профилактический медицинский осмотр и диагностику на выявление сахарного диабета или рисков его развития. Мы сегодня встречаем поезд здоровья на территории Оренбурга. Очень почетно, что Оренбург вошел в этот маршрут. Главное – знать о своем здоровье, предупредить, вовремя пройти диспансеризацию, и, наверное, тогда мы скажем, что мы самые грамотные и самые счастливые люди. И сегодня эта акция – прекрасная форма, которая даст возможность привлечь сегодня наше население, пройти осмотр и сделать правильный выбор. Быть здоровым должно быть сегодня модно. Цель акции – рассказать о важности профилактических медосмотров. В специально отведенном купе поезда здоровья проводились лабораторные осмотры, исследования и консультации врачей, как широкого спектра, так и узких специальностей. Проблема этого диабета в том, что чаще всего он не беспокоит очень долго. И повышенный уровень сахара крови выявляется именно на стадии профосмотра, какого-то случайного определения. Перед операцией люди обследуются, в санаторий ли едут, у них находят повышенный уровень сахара крови. Жалоб никаких, как правило, нет. И наша задача вот как можно больше людей выявить с такими проблемами и дать им хорошие, качественные рекомендации именно по качественному дообследованию. Проект в первую очередь направлен на повышение осведомленности людей о мерах профилактики и объединению усилий государственных, частных и общественных организаций, врачей, пациентов в борьбе с сахарным диабетом в Российской Федерации, а также на повышение осведомленности населения о хронических заболеваниях, вопросах профилактики и здоровья. Образа жизни. Важно, вот у кого какие вопросы по отношению к своему здоровью возникли, здесь можно решить. Быстро проходит, быстро все везде проверяет, нормально, отлично. Напомним, всероссийская акция стартовала 10 сентября во Владивостоке и остановится в 37 населенных пунктах регионов России. Всего за 66 дней поезд преодолеет более 20 тысяч километров и завершит свой путь в Москве. София Пирогова, Олег Николаев, телеканал ЮТВ.